Всем привет, с вами Балте. Добро пожаловать на канал, и иногда бывают ситуации, когда нужно заглянуть в чужое устройство. Например, у вашего ребенка есть какой-то Android-телефон, и вы хотите посмотреть, что он там делает, только чтобы он об этом не узнал. Как это можно сделать? Как можно заглянуть в чужое устройство и вытащить из него какую-либо информацию? В этом поможет сервис под названием KidsGuard Pro. Давайте посмотрим, как он работает и что он может. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Для начала, что это за сервис? В описании к видео я оставлю ссылку на вот этот сайт. Здесь вы можете посмотреть информацию о KidsGuard Pro и что это приложение умеет. Здесь подробно рассказывается, что можно мониторить до 30 различных приложений. Также можно получать доступ к сообщению. Это никак не отразится на самом устройстве, то есть не будет этого видно. Есть доступ к микрофонам, к записи экрана и так далее. То есть здесь на сайте описывается полный функционал приложения и что он умеет делать. Чуть ниже будет инструкция, которая по шагам расскажет, как это все настроить и начать использовать. Можете просто нажать на кнопку Full Guide, и здесь вы найдете подробную инструкцию того, как это должно выглядеть и как это можно настроить. Дальше переходим на Android устройство. Здесь в браузере просто вбиваем в поисковике вот этот сайт и загружаем APK установочного файла приложения ClefGuard. Дальше происходит установка, и вы просто входите в тот аккаунт, который вы создали. В подробном гайде есть эта информация, там понятно, где и что нужно создать, и просто у вас появляется вот такая вот страница, на которой вы должны заполнить как бы больше информации. Даете имя вашему устройству и также подтверждаете все переключатели и доступы к устройству. Это нужно для того, чтобы приложение на вашем компьютере могло отслеживать ваш телефон удаленно просто при подключении к интернету. Настройка займет какое-то время, и в конечном итоге вы на вашем компьютере увидите ваше устройство, его будет видно уровень заряда батареи, уровень GPS, работает ли Wi-Fi, какая там версия Android, ну и прочая информация. В боковом меню есть телефонные файлы, то есть это то, что хранится на вашем устройстве и к чему вы можете спокойно получить доступ. Например, спокойно можете посмотреть сообщение и увидеть, с кем общается ваш ребенок, если он это делает через стандартные сообщения. Также будут видны контакты, то есть полная история контактов, которые хранятся, и полная история браузера, что немаловажно, потому что, на всякий случай это тоже можно проверить. Также у вас будет доступ к фотографиям, к предварительному просмотру видео, также действия внутри приложений. Во-первых, вы сам список программ сможете посмотреть и с ним поработать, понять, в каких программах больше всего сидит ваш ребенок. Такая же история для логов, они тут хранятся информация из календаря. Получается, по факту у вас реально полный доступ к тому, что есть на устройстве, и удаленно вы это все можете проверить, не оставив никакого следа. В приложении еще можно отслеживать местоположение устройства. То есть есть места, это то, где это устройство бывает чаще всего. Есть геозона, то есть где устройство передвигается. И также Wi-Fi регистратор, то есть к каким точкам происходили подключения чаще всего. На отдельную вкладку в боковом меню вынесены социальные приложения. Это все популярные мессенджеры, WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat, Instagram и прочее. То есть тут вы можете смотреть именно в приложениях, что делает ваш ребенок, с кем опять же идет общение, чтобы понимать, что происходит. Последнее, что здесь есть, это дистанционное управление. Здесь имеется запись звонков, вы автоматически можете записывать телефонные звонки и слушать их удаленно онлайн через эту программу. Также есть захват скриншотов, то есть удаленно можете делать скриншот вашего устройства, на котором стоит эта программа, чтобы самим посмотреть, что там происходит на экране. И также можно делать фотографии, используя камеру, опять же это все происходит удаленно. Конечно же, здесь присутствует экспорт данных, вы можете экспортировать нужные вам данные и сохранить на компьютер в отдельный файл, там для каких-то проверок там, или каких-то разрешений. В общем, приложение действительно в этом плане достаточно мощное, оно позволяет контролировать устройство и сделать так, чтобы, например, тот же ребенок не связался с какими-то плохими компаниями. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании к видео, можете перейти и ознакомиться с тем, что умеет конкретно программа, и там вы примите решение, нужен вам такой софт или нет. На этом все, ребят, большое спасибо за просмотр, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, пока!